Впереди новогодние праздники, самое время задуматься о подарках. Но важно не только выбрать, что подарить, но и красиво упаковать. Как это сделать, узнали химчане на одном из мастер-классов «Химки. Интересно жить». Специалист широкого профиля Алексей Терешин научил участников встречи изготавливать подарочные футляры из дерева своими руками. У вас на столах заготовки 4 брусочка настоечки, 8 штучек маленького размера плашечки, 2 из них просверлены, это здесь будет ручка вставляться, остальные все прибиваются 3 штучки ниже. Мастер-классы «Химки. Интересно жить» проходят уже год. За это время в них поучаствовали десятки тысяч человек. На мастер-класс пришла и Татьяна Медведева. Это ее вторая встреча. Говорит, это отличный способ провести время с единомышленниками. Плюс ощутимая практическая польза. Мастер-класс очень пригодится в жизни, конечно. И сделать подарки, и подарить кому-то, вот своим друзьям, близким и родным. Очень удобно. И вот женщина предлагает еще там разные игольницы делать. Тоже это нужное дело для подарка. И вообще, мне кажется, это нужно. Мастер-классы в Химках очень полюбились жителям. Год назад химчане обратились в совет депутатов с просьбой организовать в городском округе досуг для горожан. Власти откликнулись. Глава городского округа Волошин сказал, да, обязательно будет. У нас есть вся инфраструктура для этого. Поэтому мы сейчас находимся в школе, в которой нам комфортно. Видите, для вас мы создали все условия для того, чтобы было удобно, комфортно. Да? И, конечно же, вы ушли с такой поделкой. Такие встречи по интересам проводят почти каждый день. Подробную информацию о том, где провести время, можно узнать на страницах газеты «Химкинские новости». Также подробные афиши есть в социальных сетях по хэштегу «Химки. Интересно жить» и на специальном сайте.